Здравствуйте, компания Прогресс Авто. Краткий обзор состояния трактора Кубота Сатурн X24. Помыли сегодня его. Сразу же по состоянию резины. Износ минимальный. Ходить они еще долго будут. Как передние, так и задние колеса. По задним колесам видно небольшие трещинки. Но эти трещинки, как мы знаем, от условий хранения. Резина трактор стоит на солнце. И поэтому, к сожалению, верхний слой резины трескается. Но ничего критичного в этом нет. Состояние ножей. Остаток еще хороший. Долго они работать будут. Фреза в комплекте у нас. Фреза 1,5-метровая. Сейчас вот отключена. Была при транспортировке она. Сзади сразу видно, что родная краска. Все вот в таком состоянии. Достаточно хорошем, целеньком. По правой стороне покрышки также с очень минимальным износом, но при этом есть у них по верхнему слою резины трещинки. Это не должно никого пугать. Переднее колесо, так же как и левое, так и правое, с износом минимальным. По месту водителя все стандартно. Положение фрезы, переключение коробки передач. Снизу у нас под ногами, под руками повышенные и пониженные передачи, блокировки мостов. Педаль газа, педаль тормоза, сцепление, ручной газ. Регулировка рулевой колонки присутствует на этом тракторе. Наработка очень небольшая, 700 часов, 771, если быть точным. Такой вот тракторов. Давайте подойдем под капот, заглянем. Так вот он открывается. Под капотом видно, что трактор четырехцилиндровый, естественно. И видно, что везде у нас оригинальная краска, родная, достаточно в хорошем состоянии. Все сухо, без подтеков, то есть пыль присутствует, но при этом никаких подтеков масляных и так далее нет. По другой стороне то же самое. В принципе, здесь, конечно, из-за выпускного коллектора видно ничего особо не будет, но тем не менее видно, что подтеков по низу, по блоку и так далее нет. Поэтому такой вот по состоянию тракторочек. Давайте капот закроем. Вот такой вот по состоянию трактор. Достаточно интересный, производительный. Поступил у нас в продажу. Приезжайте, смотрите, все покажем. Расскажем и обязательно дадим попробовать.